Раз, два, три, взяли. Вы сможете, ты выше. У вас получится. Подходите. Еще. Давай. Выше. Колёнь, выше. Сань, не сиди лучше, а помоги. Я уже не буду. Мы, короче, дальше полетели, нам еще по городу. Давай. И в больничку, по сипке. Давай. Мамке главное не рассказывай, что ты делать собрался, мамка ругается. Так она стоит. Вот там вот, наверху остановись, мы тебе покажем, как надо делать. Давай, хорошо. Так, Бэха, мне уже... Нет, не Бэха. А, ой-ой-ой. Так, вот это уже интересней. Вот это уже начинаются движения. Бля, подожди. Класс. Просто класс. Пацаны, нахер вы пороги за 6 рублей заказываете с Владика? Вон, бля, швеллер варили нормально. М113 от Мерседеса. Прикольно, ну, блядь. Тут 4... РБХ должна быть. 4,3. Это не все. Тоннель чуть-чуть разрезан. Гидрак. Там 260 и гидрак. Переваренный колокол, все по фэншую. Я так каждый год говорю, когда я Форда, знаешь, такой, так, все, в этом сезоне я точно выезжаю. И так уже третий год. В январе его купил. Мотор поставили по большому счету. Это его за 30 с чем-то, да, по-моему? Мотор поставили, ну, воткнули, все сварили, подрамник, хуямник. За сколько? Блять, месяца за полтора. Мы же еще выворот поделили. А выворот из чего? Выворот из говна и пала. Самопал? А, ну да, вон вижу. Там переваренные сошки, переваренные кулаки. На 2,5 сантиметра удлиняли, да? И изгибали вперед. Тут кастер что-то, наверное, сейчас порядка 8, развал порядка 4, ну и выворот под 50 градусов. Да. Ништяк. Уже круто. По-мокренькому я вон на прошлых выходных по дождю подавал, в итоге 2 баллона выкинул. 50-й профиль. По городу проезжаю, нету бушки, только новая под заказ. Нахер вы вот ставите вот эти вот здоровые колеса, а потом оно, блядь, не едет. Восьмерка. Вот, 2-литровый мотор, 150 сил, 15-е колесо, накачал 3,5 очка, по-мокрому, сцепление распинал и... И на... А вы строите 1000 сил, под... да это, почему чтобы 1000 оно 19-е колесо красивое. Ладно, поворачивало. По резине, на... Еще раз, спасибо, пацаны. Да. Все, давайте. Короче, приехала Арава за вот тем говном 25 DE Neo. Вот, сейчас, короче, данное двигло засовываем в Патриот. И нахер его с гаража, потому что оно занимает место, где будет стоять буржуйка. Ну, вас нахуй. Я поснимаю. Пока шли поднимем. Готов поднимать. Ты его туда посадил. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ребятам по 25, это хуй занимается. Знаешь, что сейчас напоминает? Есть видос, короче, где чуваки едут на УАЗике. И бухие, там такой дабстеп играет. Что у нас отжали Патриот, сейчас поедем данной толпой на Скайлайне. Угадайте, где поеду я. Осторожно. Это опасно, нет? Не давит? Не, нормально. Нормально? Хуяк. Хуяк. Может, GoPro отдашь? Я буду партроником. Пик, 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 пик. Тихо, семерка по левому борту. Пик, пик, пик. Будь свободен. Поехали. Давай, залазь обратно. Оп, ну ладно. Че, у тебя партроник не устроил? Я могу голос Аленушки сделать. Это тебе свет, да? А что, тут еще свет есть? Прикиньте, есть электричество. Поехали. Готов? Блин, наверное. Хуй его знает. Давай, закрывай. Камеру. Лишь бы не пищу. Давай, 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 давай. Ага. Как же страшно. Никитос, ты главное слышь, чё? По сторонам смотри, если жопа, я труп сразу. Опа.
Ну что, места просто нету в этом самом. Так, спасибо пацанам, что меня сюда, конечно, привезли. И сейчас будем заниматься дальше нашей печкой. Так, ну что, народ, печка готова. Я подключил, проверил, все работает, все ништяк. Уже приготовил дрова, так скажем. Вот такая вот охрененная вещь. Это сопло под масло. Нужно будет закончить масляный колодец, чтобы она у нас была на дровах и на масле. Там у нас он уже проверенная штука. Вот, а уже завтра я буду собираться на Москву. Так что надо будет еще поменять скаление масла.